Реки всегда являлись транспортными артериями для распространения видов различных животных, растений и рыб. На их берегах всегда очень много жизни. Но, наверное, самые высокопродуктивные, самые интересные, самые ценные участки реки – это затопляемые участки, это старицы, это поймы. Поэтому, именно поэтому поймы рек представляют собой огромную ценность, и необходимо, чтобы они охранялись и защищались от воздействия человека, потому что даже любое незначительное воздействие со стороны любого населенного пункта, да и даже отдельно взятой компании людей, могут нанести непоправимый вред этим участкам. Вот за моей спиной как раз небольшой заполученный участок реки, где и весной, и осенью, и летом можно встретить огромное количество самых разных видов. Это действительно такой небольшой таинственный уголок природы.